Привет! Вы на канале Рыбалка 96. Сейчас, друзья, завесим щуку. Говорил, кило, полтора. Ну, наверное, мне кажется, что она будет побольше у нас. Сейчас посмотрим. Замерзла, зацепить не за что. Ну, кило 750 получается. Угу. Как-то так, друзья. Так. Что получается у нас? Сейчас время. Что у меня здесь примерно? Второй час? Да, около 2 часов. То есть мы с 6 утра здесь. То есть вот получается весь наш улов. У меня 2 сработки, у Феди 4. То есть вот она кило 750 получается. И у Феди там грамм 200. Мы ее отпустили как бы. Там все на видео видно. Ну, как бы открыться открылись. Ну, хотелось бы, конечно, получше. Так как первый лед обычно в это время щука клюет, скажем так, ну, лучше. Да ничего, и еще. Тут мы как-то немного разочаровались, но тем не менее как бы открылись. Ну ничего, не теряем надежды, рыбачим дальше. Угу. Смотрим видео дальше. Красавчик. Давай пятюньку. А, опять открыли. А, видео пошло. Я думал, сфоткаемся. Да ладно. Хотели сфотографироваться, но это видео тут записывается. Ну ладно, ничего страшного. Давай, сейчас исправим. Что на этот Тарас, я думаю, не холостая будет. Смоталось-то сколько? Да. На морозе вот когда лунки мерзнут, чуть-чуть надо. У тебя качество фоток нормально, да? Так, друзья, есть контакт. Оу! Фух. Ну что, друзья, 3-я сработка за день, время 4 вечера. Ну, как-то так. Все-таки я ее дождался. Так, сейчас глянем, что у нас тут. Вот это, да, наверное, будет килограмм. Не больше, килограммовая. Так, сейчас я инструмент принесу, чтобы ее отцепить. Так, ну что, друзья, сходил я за инструментом.
Сейчас будем доставать тройник. Вот, друзья, такая щучка. Килограммчик, не больше. Так, открывай пасть. Вот, смотрите, тройник. То есть шансов сойти у нее не было. Ну, ставить эту жерлицу не буду, так как скоро уже домой будем собираться. Жерлицу смотаю. Кровь везде. Счастья нет предела, друзья. Долгожданная поклевка. Так, еще поклевка одна. Лунка замерзла. Фу. Хороший вечер. Удачный, скажем так. Третья щука подряд. Красота. За инструментом сходим. Инструмент взял, сейчас отцепим. Видимо, вечерний выход все-таки в это время у нее. Две поклевки подряд, получается, с утра две поклевки подряд было. И сейчас у меня получается две поклевки подряд. Сейчас мы ее как-нибудь отцепить надо нам. Так, сейчас. Без инструмента, видимо, никуда. Но пасть откроет, и мы отцепим. Что, друзья, такая красавица. Не знаю, да, грамм, наверное, 700. 800, ну, так и лучше, считай. Нормально. Как-то так. Спасибо. Стараемся. Отлично. Лайфхак. Федя. Лайфхак. А, да, друзья, выставлять нам все равно нечего. Сейчас эти жерлицы смотаю. Там зависнется уже. Включимся. А там уже все равно скоро домой уже. Так что нет смысла что-то тут. Ну так, все равно нам нечего насаживать, скажем так. Живца нет. Грамм 800, наверное. Ну, сейчас завесим сразу. Посмотрим, что сколько у нас получилось. Ладно, будем сматывать. Встретимся на взвешивании. Давайте, ага, да, это.
Ну да, одна чуть поменьше, грамм 800, так, где-то кило. Ну сейчас завешаем, посмотрим, насколько мы правы. Ну, друзья, сейчас завешаем, посмотрим, что сколько у нас. Киложка 30. Кило 30. Ну там побольше, значит, чуть-чуть будет. То есть глазомер опять обманул. Ну и это у нас получается. Кило 340. Кило 340. Ну как-то так. Ну, времени есть у нас еще минут 40. Посидим. Нет-нет, будем сматываться, собираться домой. Ну, пока не прощаемся на это. То есть, может, что еще и поймаем. Не повезло, блин. Что, друзья, небольшая поломка у нас. Вон катушка валяется, отломился где-то. Изолентой обмотаешь, что-нибудь приклеишь, нормально сделаешь. Ну так, конечно, это все ремонтируется. Ну попробуешь, наклей и изоленточкой аккуратненько. Ну что-нибудь можно придумать будет, мне кажется. Блин, за эти считайте, что не вариант. Ну что, друзья, открыли мы с дядей Федором первый лед. 23-й год начался, но 2022, 2023. Ну, то есть результат 3 щуки. 4 сработки, получается, у меня было. 3 взял. У Феди поклевок было, наверное, сработок 8-9, мы 8-9, со счету сбились. Ну что-то как-то ему не повезло. Последняя поклевка была, жерлицу сломал. Бывает. Ну, всякое в рыбалке, конечно, бывает. То есть расстраиваться мы не будем. Зима у нас еще вся впереди, свое наверстаем. Конечно. А так, в целом, открытием твердого льда мы довольны в целом. То сейчас будем домой собираться. То есть время уже получается ближе к 5 вечера. То есть вечерний, получается, выход был щуки с 4 до 4.20 где-то, до 4:30. И все, и сейчас, как получается, обрезало. Лучше даже, чем с утра. Да, лучше, чем с утра поклювало, побегали, то есть хорошо. То есть есть смысл на вечерочку выбираться. Да, есть смысл как бы повечеровать, то есть. Вот с утра, получается, и вечером. То есть, в обед приехал, целый, да? День у меня вообще ни одной поклевки не было. У Феди там было. Да, 3-4. Поклевки 3-4, получается. Ну. Ну, в общем, друзья, как-то так. Подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, ставим лайк. Конечно, ставим. Если не понравилось, соответственно, дизлайк. Ну все, друзья. Всем пока. До новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. Счастливо.